Привет всем! Поздравляю всех с Новым годом! Желаю счастья, здоровья, хороших оценок и много, чтобы вам покупали много пэт-шопов. Мне подарили мои родственники очень много подарков. Я хочу сегодня показать обзор моих пэт-шопов новых, которые называются «Зверюшки-артисты». Сейчас я вам покажу этих зверюшек. Это значит кошка, она голубая. У нее глаза зелененькие. Сама она голубенькая внутри. Уши розовенькие, вот такая она, красивая. Дальше тут есть обезьянка. О, с косичками. Такая розовенькая, глаза... голубенький, у него есть юбочка еще голубенькая. И сейчас я вам еще одну покажу. Это вот такая лошадка. Она в юбочке. Их зовут Муся, Алиса и Рита. У Риты есть вот такая юбочка, значит, розовенькая. Она сама желтая по себе, и зеленые глаза, а грива вся розовенькая. Также к ним прилагаются разные инструменты. Кошка умеет играть на рояле. Ребята, давайте я вам сыграю. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А у обезьянки... идет трафарет. На котором она может рисовать своих друзей. К примеру, она может взять, нарисовать вот такую милую лошадку. А потом ее взять вот в ведро свою с краской. И раскрасить. Ребят, смотрите, я раскрашиваю. А пони у нас умеет танцевать. Я сейчас вам покажу с ней, что шло. С ней шло вот такое радио. Она включает его и перепрыгивает через свой бордюрчик. Сейчас я вам его покажу. Бордюрчик голубой вот такой вот. Смотрите, ребята, как умеет танцевать. Уху, ту-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 ту. Кошка, сыграй нам что-нибудь красивое. Хорошо. Так, доре, доре ми фа со ля си до 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 до. Очень красиво, кошка. А ты нарисуй кого-нибудь, обезьянка. Хорошо,
Я тебя уже нарисовала, посмотри, как красиво. Ого, красота! Тебе осталось только раскрасить бы меня. Да уж, действительно. Все, раскрасила, смотри. Ого, ну я просто красота. Желаю вам много подарков. Если хотите узнать о моих новых подшопах, пишите комментарии на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!